Уважаемый Олег Леонидович и Артур Павлович, мы, коллектив республиканской газеты «Алтайдың Чылмоны», обращаемся к вам с просьбой о помощи в разрешении затянувшегося конфликта между нами и главным редактором Тигасовой Айсулу Мереевной. Суть конфликта была неоднократно передана вам, нашим учредителям, в письменной форме. Под руководством Айсулу Мереевны мы теряем своих читателей. За годы ее работы число подписчиков уменьшилось более чем на 1000. Из-за ее неумения работать с творческим коллективом, нарушения этических норм поведения, вынуждены были уволиться молодые перспективные сотрудники. Коллектив вынужден работать в нездоровой морально-психологической обстановке. Некоторые люди подвергаются откровенным преследованием со стороны главного редактора. Допускают нарушения в финансовых и в трудовых отношениях. В течение 4 лет руководитель не может выстроить нормальные рабочие отношения с коллективом. Не желает понимать коллектив. Тираж газеты падает. Несмотря на это, руководству региона предоставляется недостоверная информация. Поражает то, какую надо иметь наглость, чтобы вводить в заблуждение главу целого региона. Мы всерьез обеспокоены судьбой нашей единственной национальной газеты, ведь от нее во многом зависит сохранение нашего родного языка. Как говорили наши читатели на протяжении почти века, наш народ, Алтайдың Чылмоны, это душа алтайского народа. Просим вас решить конфликт в газете «Алтайдың Чылмоны». Просим сменить главного редактора.